если есть некоторые тут умники, считающие, что белорусская земля – это часть, ну, как они говорят сейчас, русского мира и чуть ли не России, забудьте. Мы всегда были гостеприимны к любому человеку, но заставим любого уважать наш суверенитет и независимость. Кто помышляет о том, что нет такой страны Беларусь, не было там и так далее. Не было, а сейчас есть. И с этим надо считаться. И мы свою землю никому не отдадим. Это моя задача. Как она ни трудна и тяжела, я ее решу. Я выполню свою миссию, чего бы это мне не стоило. И за моей спиной стоят сотни тысяч таких людей, вооруженных.